Махачкала попала в десятку городов с самыми низкими ценами за квартиру в новостройках. Квадратный метр жилья в столице республики в среднем стоит 29 тысяч рублей. Согласно данным федерального портала недвижимости «Домофонд» в столице Кабардино-Балкарии, квадратный метр жилья стоит чуть больше 30 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется квадратный метр в новостройках Краснодарского края и на третьей позиции Саратов. Там квадрат 33 тысячи рублей. Самое дорогое жилье по-прежнему в Сочи, городах Московской области, Туле и Ульяновске.